приветствуем участников международного конгресса, посвященного вопросу информационной технологии. В связи с академической нагрузкой мне не получилось присутствовать, хотя я, конечно, очень хотела присутствовать лично. И благодарю руководителей и организаторов конгресса за возможность заочного участия в работе. Инновационная технология Биотрем вошла в каждодневную практику в моей работе. И в прошлом году я доложила о результатах своей работы и хорошо запомнила, с каким вниманием, участием, интересом были приняты мои сообщения. И после моего доклада на 5-м международном конгрессе были ко мне обращения через веб-сайт и через YouTube. И сегодня, опять же, с огромным удовлетворением я хочу рассказать о том, что, используя биотрем технологию, все больше и больше убеждаюсь в том, что именно при заболевании нервной системы эффект удается получить в короткий срок. И очень важная вторая сторона – это протекция, то есть возможность сохранения функций пораженных органов. Хочу представить вам больную, которая была ко мне направлена с подозрением на осенний склероз. Все знают, что это очень грозный диагноз, но заболевание у этой больной началось именно с проблем со зрением. И она потеряла зрение на один глаз, а второй глаз только 50%. Результаты лечения этой больной были, честно говоря, неожиданны, потому что атрофия зрительного зрения, фактически, зрительного нерва, фактически сейчас, можно сказать, что не лечится пока. Поэтому по ее желанию мы сделали видеозапись, и я хотела бы, чтобы короткие ее слова были услышаны. Этой больной 47 лет, и в течение последнего года она заметила, что у нее зрение ухудшается. При обследовании в институте глазных заболеваний имени академика Зарифы Алиевой выяснилось, что левый глаз у нее зрение только сотой доли единицы. Она лечилась методом биотрем технологии и сучок параллельно, и, ну, как она сейчас рассказывает, на восьмой день она почувствовала, что тот туман, который перед левым глазом был, уменьшился на 25%. Кроме того, она отмечает, что и другой глаз, дискомфорт, который был, у нее прошел, и общее состояние ее улучшилось, и появилась у нее вера в то, что ее болезнь не будет прогрессировать. Одна из патологий, которые часто встречаются в неврологической практике, это паралич лица. И это заболевание очень ответственно в отношении лечения, потому что если некорректное лечение, то могут остаться изменения на всю оставшуюся жизнь. И вот сейчас я хочу вам представить пациентку, которая к нам обратилась с очень сильными болями в области уха и с искривлением лица, с истечением, которое попало к нам не в первый день заболевания. Но, несмотря на это, мы с ней поработали и, на мой взгляд, очень эффективно. Лучше, если она сама вам это расскажет. Это Фельха. Это наша очень уважаемая позиция, она уже с физичкой, мы с физичкой. Я вот проснулась, и уже у меня вот здесь сильные боли. Моя дочка сломала себе больной глаз, я смотрела в зеркало, уже мой увеличенный глаз. И вот у меня было очень сильно изменится. Я, конечно, буду еще вот специально. Ну, когда еще какой-то тарин не включил. А для там была уже удовольствие моей дочери. Благодаря лечению я уже 7-8 день, я чувствую, что у меня уже лицо осталось, я могу уже открывать рот,
научным двигаться, участвуешь в разговоре, немножко двигаться. Глаз у меня очень разыгрывался, страшно было до сюда. Сейчас же глаз, слава богу, немножко скрывается. И все, благодаря лечению, я много интенсивного лечения. Новый метод методики лечения, который я сказала, мы сегодня только 8 сеансов она получает. То есть я хотела попросить, чтобы она сама сказала, на какие точки мы используем эту методику. Вы можете показать? Да, найти все вот эти болевые точки, она у меня обнаружила и ставила туда. Да, это сучок терапии. Да. Параллельно у нас проводится новые технологии, да. И сучок терапии. А вот сюда на минус, который у нас делает и глухавый, и сюда, сюда. А вот в области лица, новые технологии. Покажите, какие точки мы работаем. Вот сюда. А вы когда боли сильные? Да, вот сильные боли, ужасно страшные боли. Никакие лекарства, да, не снимали? Нет, ничего не снимали. А мы использовали новую биотреф-технологию. Да. Вот сюда и буквально на четвертый где-то сеанс, на четвертый сеанс биотреф-лечения, да. Ну, боли, мышцы уже работают. Остается и разбили много, так лицо тоже. Видите, щека как пошла. Она еще чуть-чуть, она прямо да, чуть-чуть, только осталась нижняя ветка. Покажите зубки аккуратно. Ну, ровные, да, осталось. Верхняя губа ровная осталась. Да, зубы у меня очень мягко ровные. Таким образом, достижения, которые мы получаем в результате применения биотрем-технологии и суджок-терапии, показывают, что мы выбрали правильную стратегию, правильное направление, потому что это позволяет лечить такие сложные заболевания, которые сегодня я смогла вам представить, и в то же время дает возможность протекции общего состояния здоровья человека. Благодарю всех за внимание к моей работе, желаю удачи и хочу всех пригласить в мой родной Баку на следующий год на конкурс Евровижн. Всего вам хорошего.